Добрый день всем! И сегодня я хочу сделать распаковку своей корзины с магазина ИКЕ на сумму 43 евро 72 цента. И нам еще магазин ИКЕ сделал скидку на 35 евро 71. Ну, пожалуй, начну вот с таких мандаринов. Большие классные мандарины испанские по 99 центов. Полотенца бумажные 4,99. Энергетический такой напиток был евро 49 с акции по евро 0,9. Ну, своим кошкам я купила Феликс, потом Шеба. Тоже была там акция. Так, яйца 2,29 по акции евро 59. Вот видите, яйца у нас ужасно дорогие, нереально дорогие. Затем я купила вот грибочки. 4,79 было до акции, с акции 2,87. Вот такая вот баночка. 2,87. Майонез. Вот майонез Кидайню. Без акции он стоил 2,69, с акции евро 89. Кстати, неплохой майонез. 430 грамм. Вот я сюда поставлю, чтобы вам было видно. Масло 2,79. Было до акции евро 79 с акцией Жемайтюс. Неплохое вот это масло. Так, и вот по 59 центов были вот такие сырочки. Я про них говорила, вот эти как корум с этой вороной. Сейчас они в ИКЕ по 29 центов. Я взяла 4. 2 сырочка себе, 2 мужа. Сметана. Сметана ужасно у нас дорогая. И евро 79 она стоила до акции, а сейчас она евро 59. Вот сметана. Затем мешочки вот для мусора по 79 центов. 79 центов здесь 20 штук таких сырок. Очень люблю вот такой вот черный виноград. Правда, он с косточками. И так он стоил 2,49, а с акции евро 69. Вот, я довольно-таки много взяла его. Вот сейчас вот этот отвину. Пищевая пленка. Раньше стоила евро 29 с акции по 77 центов. Взяла вот такую семейную упаковку блинчиков с курицы. До акции стоило 6,19, с акции 5,40. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть блинов. Вау! Купила вот такую сладкую картошку. 2,49 килограмм. Ну, за две такие картошки что-то 0,69 у меня получилось. Вот. Сейчас картошка в ИКЕ по 27 центов, но не очень она такая крупная. Ну, вот такая вот. И даже когда я ее выбирала, попадалась такая подвявшая. Бутылка глютвейна. 3,69. Почему-то в ИКЕ он дороже. В максиме 3,49, а здесь 2,69. Вот такая вот. 1 литр. 1 литр. Кстати, кто кашляет, греем это вино с приправами, специями, добавляем мед и пьем на ночь. Очень помогает хорошо от кашля. Ну и вот такая упаковка туалетной бумаги 14,99, и ИКЕ сделала акцию на 9,99.
Вот эта вся упаковка, 24 штуки, стоила 4,99 с акцией. Ну вот еще покажу чек на 43,72. И это с акцией. Акция была на 35 евро 71 цент. Вот столько мы купили без мяса. Ну а на этом, пожалуй, я буду с вами прощаться. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите комментарии, какие у вас цены. Может, где-то что-то одинаково стоит, может, намного дешевле. Но все продукты куплены по акции с карточкой ИКИ. А на этом все. Пока-пока. До скорой встречи в следующем видео.